Четверг, 5 марта, утро. Приемная мирского головы – обычная работа. Галина Эдуардовна отвечает на звонки, а в 8:50 появляется новый мэр. Добрый день, господин. Добрый день. Рада вас и так. Я тоже. Доброго ранку. Доброго ранку. 8:50. Так, є ваш найдер, термін один день, підпис мій. Вітаю. Так, ну тоді я повинен передати тобі всі права керування. Тримай булаву, тримай знак міського голови, керуй. Садись. Ну як, готова? Так. Боїшся? Трішечки. Це нормально. Я теж боюсь. Далее Юрий Кириллович Фомичев в течение 25 минут рассказывает Еве о своей работе, о планах на сегодняшний день. И новый мэр Ева Шнайдер даже ставит гербовую печать на очень важный документ. А после этого Юрий Кириллович и Ева Шнайдер совершают экскурсию по всем этажам исполкома. Теперь уже можно раскрыть тайну объявления о новом мэре, появившемся в прошлую пятницу. Родители Евы Шнайдер приобрели на благотворительном аукционе в январе сертификат на передачу повноважень мирского головы термином на один день. И вот 5 марта Ева практически целый день будет у власти. Конечно, Ева зашла в бухгалтерию и узнала, а будет ли зарплата вовремя. Там подтвердили, да, будет 6 марта. Доброго ранку. Доброго ранку. Що пані мер хоче? Ми просто дивимося, екскурсія така невелика. Хто як працює? Так. В кабінеті помощника управляющего делами исполкома Ирина Леонидовна показала Еве грамоты и награды от области, которые сегодня вечером в киноконцертном комплексе будут вручены славучанкам к празднику весны 8 марта. А к этим грамотам с подписью мэра будут приложены и конверты с небольшими бумажными сувенирами. Зал торжественных событий после ремонта выглядит немного светлее. Юрий Кириллович объяснил, для чего используется это большое помещение. А новый мэр Ева Шнайдер с удовольствием сыграла на рояле. И после этого продолжилось путешествие по кабинетам нашего Белого дома. С интересом познакомилась Ева Шнайдер и с офисом проекта Европейского союза «План местного экономичного розвитку Славутич – драйвер росту в открытой та вільної экономики региону». А в 11:00 состоялось первое совещание с новым мэром И. Фомичевым о создании нового современного колл-центра на базе современных компьютерных технологий и опыта других городов. Новый мэр Ева Шнайдер побывала в Сбице, пообщалась со школьниками и учителями третьей школы и подписала распоряжение. После первых 4 часов работы мы взяли интервью у нового мэра, и она поделилась своими первыми впечатлениями о работе мэра. Мне дуже подобається робота мера. В мене дуже багато нових емоцій, тому що я перший раз була у сполкомі, я перший раз ходила і питала вчителів, що їм треба, а що ні. Ну, щоб знати, тому що вчителі теж, вони можуть сумувати, і іноді в них теж нема настрою.
і про них теж треба піклуватися. Як про нас піклуються дорослі, так і ми повинні піклуватися про дорослих. Як на вашу думку, бути міським головою – це відповідально? Дуже відповідально, тому що якщо мер не буде до цього серйозно ставитися, то може все місто піти у погану сторону.